Почему все грибники матерятся? Да потому что им похуй. Они настолько преисполнены в своем познании, блядь, что комплексов сдерживающих просто для них не существует. Это первый, значит, ответ на вопрос. По поводу проработок. Какие нахуй проработки? Один известный американский психонавт сказал, что пока диссертацию не напишете по приему грибов, к нам нехуй соваться. В вашей же пользе. Не соваться, не зная брода. И когда напишете диссертацию, тогда приходите. Гриб вас примет. Вот. Поэтому ждем всех новичков в наших рядах.